Центр медицинской профилактики провел горячую линию в рамках месячника борьбы с наркоманией. Каждый нуждающийся в помощи или консультации мог позвонить и получить необходимую информацию. На вопросы граждан отвечала заведующая наркологическим диспансерным отделением психиатрической больницы номер 24 Ольга Запольнова и главный врач Центра медицинской профилактики Лидия Козлова. Алло, здравствуйте. Да, телефон горячей линии. Я могу на этот вопрос вам ответить? Пожалуйста. За 3 часа на горячую линию поступило 11 звонков. В основном обращаются родственники наркозависимых. Также родители школьников интересуются подробностями предстоящего тестирования своих детей-подростков. В основном вопросы касались лечения, профилактики наркологических заболеваний. Куда можно обратиться за наркологической помощью? Какими возможностями мы сейчас обладаем для лечения наркологических больных? Про наркоманию говорят болезнь молодых. Уже в 12-13-летнем возрасте подростки начинают пробовать наркотики или другие вещества, близкие по эффекту. По мнению Ольги Запольновой, горячая линия – это одна из наиболее действенных мер в борьбе с наркотической зависимостью. После проведения каждой горячей линии на наркологические темы у нас население очень активно посещает нарколога с профилактической целью, задается масса вопросов. Проявляется интерес не только к употреблению, но уже и к лечению, и к профилактике наркологических болезней. Подобные горячие линии проводятся несколько раз в год и посвящаются не только борьбе с наркоманией, но и другим жизненно важным вопросам.